Мы находимся на форуме «Магазин 2021», разговариваем с нашими гостями. Рашид у нас только что выступал со своей историей, бизнес-историей. Рашид, расскажите, как на ваш бизнес повлиял ковид, как вообще вы прожили 2020 год, как дела у бизнеса? Ну, у бизнеса дела, у меня, по крайней мере, все хорошо, хотя говорят, что общемироссийская тенденция говорит о том обратном. Но в ковид, получается, 2020 год по сравнению с 2019, прирост составил, я буквально сейчас стоял на сессии, 56% по выручке в рублях. Да. Это вот. Падение или это рост? Рост. Да. То есть неплохо у всех? Ну, в смысле, да, у меня неплохо, мне хорошо. А про что ваш бизнес? То есть вы тоже ритейл? Да, я продуктовый ритейл. Занимаюсь продуктовым ритейлом с 2018 года, с конца. Вот. Ну, я думаю, что, в принципе, повлияло также, что еще, конечно, эффект низкой базы, то есть за 2019 год, то есть мы там прирастали клиентами, покупателями, вот, что-то меняли, то есть там добавляли, внедряли карту лояльности. Вот, внедрили ее как раз в 2020 году. Вот, я думаю, это тоже повлияло на это, на рост. Вы, как практик, у которого с подтвержденными успехами, можете ли дать какой-то совет другим вашим конкурентам? Ну, я не конкурент, вы же территориально-то не конкурируете. То есть, какие советы могли бы дать такого же размера ритейл? Не бояться, дерзать, быть вовлеченным в бизнес максимально и всегда пробовать что-то новое. Ну, в общем, никогда не бояться. Не бойтесь и приходите на конференцию «Магазин 2021». Скоро новый эксперт.